Что нужно о себе рассказать? Я родилась и выросла в Бурятии. Я русская, но очень люблю Бурятию, не собираюсь оттуда уезжать, переезжать. Закончила местный вуз, я профессиональный журналист, 10 лет работаю на местном телевидении. Ну, жители Бурятии меня преимущественно знают как телеведущую, которая работала на местных телеканалах, в частности, на двух. Один из них муниципальный, второй правительственный. Я была таким, ну, я не могу сказать рупором власти, но, в общем, работала. Журналисты должны где-то работать. К сожалению, у нас нет вот независимых СМИ, точнее, их очень мало. Вот. Я работала до августа, до сентября этого года. В какой-то момент мне пришлось уволиться в начале сентября, потому что от правительства Бурятии спустилась разнарядка опорочить одного из достойных сынов бурятского народа Вячеслава Михайловича Мархаева. Это руководитель бурятского отделения КПРФ, сенатор в Совете Федерации от Иркутской области, руководитель, основатель в свое время бурятского ОМОНа, и нужно было его оболгать. Он баллотировался в мэры Улан-Удэ, его оппонентом был единоросс Игорь Шутенков, который, разумеется, стал мэром Улан-Удэ. И вот все силы, весь административный ресурс был, все лето был направлен на то, чтобы вот его заслуги там нивелировать, его семью опорочить, его самого. И СМИ Бурятии были в этом очень активно помогали, в том числе и канал, на котором я работала. И вот когда спустилась разнарядка о нем что-то нехорошее рассказать, что он там напал на журналиста РЕН-ТВ, которая жила в Бурятии все лето и снимала нехорошие сюжеты про него и выдавала на федеральном телевидении, я сказала: нет, я читать это не буду. И уволилась, и осталась без работы на этом телеканале. Но я совершенно не сожалею, потому что очень дорожу своей репутацией. Я 10 лет вела новости, там, не врала. И когда вот так меня стали напрягать, я решила, что репутация — это дороже, чем такая работа. Лучше без работы, чем такая работа. Вот. Вот я хоть и говорю, что я работала на муниципальном канале, но вот все-таки таких ситуаций не было. Вот просто во время выборов, видимо, все нехорошее, что есть в людях, оно вылазит и проявляется просто невероятно. Да, выборы мэра чаще, чем 10 лет, но тогда, когда они были в 2014 году, я была в декрете и вот не касалась политики. Возможно, меня бы и тогда заставляли там что-то такое говорить, но вот мне повезло, я вот в той, как бы, тогда ничего такого не говорила. То есть моя задача как телеведущей все это время, сколько я была ведущей, да, было рассказывать о событиях в городе, да, не, ну, не превозносить власть, просто факты. То есть я никого там не хвалила. Вот. И факты, факты, факты. И вот когда заставили, ну, не заставили, мне рекомендовали прочитать вот эту подводку таким образом, вот, я сказала: ребята, нет, вот другой телеведущий, вот пусть он читает, потому что, ну, я не хочу. Вот, а потом, спустя неделю, я сняла разгон мирной акции протеста. Я не люблю слово «протест», это был мирный сход жителей Улан-Удэ, вот точно такой же, как у вас бывает в вашем парке. Вышли люди, которые не согласны были с результатами выборов мэра, потому что все голосовали вот за того самого Мархаева, о котором я рассказала, победил Шутенков. Вот. Люди вышли, но вот силовики их разогнали. Это видео, которое я сняла, было таким очень популярным, около там миллиона просмотров, 830 тысяч. И когда я сняла этот сюжет для другого телеканала, на котором я еще тоже работаю, у меня две работы, я смотрю, что из телевизионщиков снимаю только я одна и больше никто. Не тот канал, на котором я работаю, с которого впоследствии я уволилась, никто ничего не снимает, и во всех СМИ в Бурятии
ну, телевизионных, по крайней мере, точно, о митингах вот практически ничего не говорилось. И я подумала, что, ну, зачем работать на таком телеканале? Сегодня меня заставляют врать, завтра еще что-то не договорить. И я решила, что пора уходить. Вот. И не жалею. У меня появилось очень много друзей. Люди со всей страны мне написали. Из Калмыкии очень много людей мне писали и продолжают писать, поддерживать и говорить, что я правильно поступила. И там подписались на мой YouTube-канал, который стал очень популярным. Ну, очень не очень, но стало очень много подписчиков, потому что там 23 тысячи. И мои планы такие, что по возможности снимать сюжеты максимально объективными, честными, потому что сейчас на меня никто не давлеет, никто не говорит и не диктует мне, как снимать, что говорить. Вот. Так что, ну вот я теперь немножко развиваюсь как YouTube-блогер, можно так сказать. Осваиваю вот новую для себя профессию, когда ты сам себе редактор и сам себе продюсер, потому что тоже нужно найти операторов, режиссеров, там, организовать эту съемку. Вот. Еще непонятно, на что все это снимать, потому что, ну, нам никто не платит. Вот ломаю стереотипы в своей голове, чтобы научиться просить подписчиков мне помогать, перечислять какие-то, ну, вот добровольные пожертвования, на которые я могла бы что-то снять. Потому что, ну, у нас нет денег там, куда-то поехать, что-то снять. Вот, поэтому в этой связи я благодарна калмыцкому народу, который отправил мне эти добровольные пожертвования. Благодаря этим пожертвованиям я здесь, чтобы рассказать о том, что у вас происходит. Мне написало просто огромное, грандиозное количество калмыков, что нужно приехать в Калмыкию, в Элисту и рассказать о том, что здесь происходит. Потому что местная СМИ молчит, и сложился, вот, как я уже говорила, некий информационный вакуум. Вот. Ну, я стала объяснять, что перелет очень долгий и дорогой, и, ну, я не знаю, как мне приехать. И, ну, видимо, услышав мой призыв, люди просто стали переводить на мою карту, потому что на моем YouTube-канале есть раздел, ну вот, о канале, и там способы помочь. Я не знаю, может быть, это были не только жители Калмыкии, может быть, это россияне со всех регионов мне отправляли, но в итоге этой суммы хватило, чтобы прилететь к вам. Ну, а здесь уже ваши активисты мне помогают, где-то накормят, где-то напоят. То есть я там, ну, не трачу какое-то колоссальное количество денег, чтобы здесь жить там. Ну, то есть все очень скромно. И я очень благодарна. Вот.